Всем привет. Так, Ричард, тебе больше всех нужно. А ты что просишь? Просит. Чё, это не тебе? Попрошайка, уйди. Все. У нас сегодня покупки из Леонардо. Алина в Леонардо Небольшие. ездила и купила Надо для... же было потратить за мышку. Да, у Алины купили мышку, которую она связала. И Алина на эти деньги поехала и накупила пряжи для того, чтобы вязать новые игрушки. Вообще, я поехала за глазками. Да, Ричард, уйди, все. За глазками. Таких черных не было, как мне надо было, пришлось взять такие. Да, с глазками проблема. У нас в Леонардо глазки не Не клюют. очень дорого вообще. Алина, мне зрительница скинула ссылку там на группу в Одноклассниках, где разные глазки продают. Мы с Мне тобой покажем. понравились карие. Там вообще у них почему-то один глаз остался карий. Я говорю, в смысле, один уже, наверное, есть, а то второй. И, в общем, она искала, искала и нашла Нашла. второй. Я не уходила, пока она мне не нашла глаз. Везде ему надо. Лег, лег, Вот, все. взяла бежевую. Ну, это в основном для кожи. Или там оленя, может быть. Для кожи так жутко. Все тут в сборе. Белая у меня заканчивается. Розовая для свинок. Может быть, А две что ты свинки одну взяла? получится. Наверное, свинок будут заказывать к Ну, у Новому меня году. там еще были. Кстати, спрашивают, Алин, какие ты игрушки продаешь? Нет, есть Это что-нибудь у тебя, что продать? для оленят, я думаю, или для мишек. Но я такую раньше не брала, я посмотрела, она такая пушистая, мне понравилась. Плотненькая. Вот, и такая же светло-коричневая. Понятненько. Ну вот сколько Молочный работы у шоколад. тебя? Это просто шоколад. Это молочный шоколад. Есть что продать у тебя? Готовые, нет? Ну, есть. Ну, вот это то, что у меня пока что готовое. Если что, там могу в других цветах то же самое сделать, кто-то хочет. Ну, такой мишка 300, но это без учета пересылки, я сейчас буду говорить. Да, мы здесь продаем их по такой цене, ну плюс пересылка, Да. если кто-то захочет. 300, такой 400, потому что у него все двигается, он сложнее вяжется, чем этот. Плюс шарфик. Такой котик могу сделать в другом цвете, кто захочет. Либо любую зверушку такого же размера. Будет 500 стоить. И Снегурочка, она очень сложно делалась. У нее двойная юбка, поэтому 800 без учета пересылки. У нее волосы, все хорошо приделано, шапка не снимается. Тут двойная юбка, гольфики. Вот такая вот. Ну вот, продашь к Новому году еще Ну себе и вообще денежку заработаешь. могу как бы на заказ делать, кто что захочет, пишите маме. Вот. Либо я открою свои, наверное, сообщения для всех, что было. Вот. И пишите, что вы хотите, и какого размера, и на какую сумму примерно. А ладонь положи, Алинка, чтобы видно было вот этот медвежонок размер. Да, вот так. Ну, с ладонью. Это из велюровой пряжи. Кстати, у нас в Оренбурге с велюровой пряжей туго. Сейчас в Леонардо ездила, нет вообще велюровой пряжи. Вот это в Леонардо купила она, да? А велюровой нет. Как, по 240 ты говоришь? Ну, 240-то маленькие клубки какие-то, я не стала брать. И Маленькие? цвета не очень, да. Ну вот, мы привозили из Казани, там брали по 160 рублей. Ну, вы хорошую фирму Большие мотки, привозили. хорошая фирма. А тут что-то в Леонардо дорого. Ну, в общем, будем думать, где заказывать нам еще велюровую пряжу попозже. Пока будет вязать вот из того, что есть. Посмотрите, сколько тюков. Только Алинка накупила пряжи в Леонардо. Мы заехали на почту и получили посылочку от нашей зрительницы, от Елены. Сейчас покажем, что она нам прислала. Здесь мне на день рождения подарок и Алинке клубочки. У Алинки тоже 12 ноября будет день рождения, у меня был, а у Алинки будет. Давай, Алинка, будем показывать. Жалко, что елки нет, можно было под елку накидать. А это ждет. Чего ты ждешь? Уйди, мы пряжу снимаем. Просит, просит. Посмотрите, сколько пряжи. О, огроменный какой шоколад. Вот это шоколадка.
огроменная. Ну-ка, ну-ка, Алинка. Тут мое имя с ошибки только написано. Алина. Алена написано. Майка Бамбина. Это тоже популярные. Ты теперь уже разбираешься в фирмах, да? Фирмы? Ну, я смотрю, кто из чего вяжет. Отзывы. Так. Красный. Хорошо, что я сейчас красную не купила. Хотела купить к Новому году красную. Хотела красную купить. А тут тебе красный. Вот, кстати, и с люрексом, смотри, красная. Какая красивая, блестит. Да такие большие мотки. Ничего себе. Ой, ну как травка. Она как это, как новогодняя мишура. Травка, да, да, да. Прикольно. Травка. А вот какая с люрексом. Блестящая. Мягкая. Угу. Одежду вязать, да? О, зеленые. Тоже зеленый хотела взять сейчас. Как раз новогодний. Вообще классно. Угу. Ернат. Угу. Енот. Енот. Это такая пушистая, мягкая. Угу. Наверное, как махер, да? Ну, здесь такое еще не вязала. Шерсть енят. Шерсть енят. И шерсть енота. Енотика будешь вязать, да? Розового енотика. Ой, а вот это какая интересная, с какими-то вкраплениями. Мы такие еще ни разу с тобой не брали, да? С блестками. Смотри, с пайетками. Ернель тоже. Ничего себе. Ну, это самый популярный вроде как, да? Но у нас такой нету. Самый популярный, но у нас нет. Вообще мягкая такая. Не, где-нибудь, может, у нас и есть большой отдел, где огромный выбор пряжи. Мы же с тобой еще не интересовались. Но вот здесь у нас в центре мы все прошли, ничего не... Помпоны. Бомбончики. Ох, какой мешок красивый. Новогодний, с Новым годом. Угу. На игрушке шапочку, например, свяжешь, да? Шарфы, да. На шапочку помпончик. Ой, а там какие-то еще блестюшки. Смотри. А это типа нашивки, да? Да, 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 украшения пришивать. Новогодние. Прикольно. Класс. Ой, а вон еще синие там, смотри. Ёлочки, снежинки там. Здоровские. Ничего себе, такой тяжелый. Тяжелый. Такой не видела фирму. Ага. Так она такая мягкая, какая-то интересная пряжа. Что-то такая тоненькая. И вот такая... А, вот велюровая, кстати. Так пахнет вкусно, как будто духами еще побрызгали. Вот велюровая. Ализе, да. Угу. Вот такую искала белую такую. Угу. У меня было тоже. А, ну это вот же у меня такая же была, да, Ализе Софт? Вы же такую покупали в Москве? В Казани мы покупали. В Казани. Нет, мы вон ту Ярнарт брали. Ну-ка. Ого. Пятнистая. Прикольно. Baby color. Ничего есть такое вязать. Ну, придумаю, что вязать. Одежки. Свитер, например, медвежонка. А оно как, оно будет тоже пятнами, что ли, вот так? Да. Медвежонка, например, свяжешь, а у него такой свитер будет. Или шапка с шарфиком так будут. Прикольно. Майка Бамбина. Угу. Обалдеть, сколько. Вообще мягкая, конечно. Ну, так отличается вот даже от пехорки, от нашей по качеству. Угу. Это еще не все. Еще не все. Еще не все. Обалдеть. Вот это доставала? Нет. Коричневая. Коричневую. Я искала коричневую. Мне оленя заказали, и мне для рогов надо коричневую было. Я искала, искала, в итоге нашла там, ну, шерсть у меня какая-то коричневая есть, и пришлось из шерсти делать. Классно.
Вот это сколько много, обалдеть. Вязать, не перевязать. А вот это какая-то интересная. Набор ниток вязальных, ромашка. 4 штуки. Розовый и голубой, да. Нет, из хлопка ромашка. Еще не вязала. Набор ниток вязальных. Ну-ка. Я не знаю, хлопок нет. Мессеризированный хлопок, да. Хлопковый. Ромашка. Это тоже игрушки или можно даже попробовать? Можно, Василисе что-нибудь можно связать, да. Я как-то пробовала кофточку связать, у меня вообще не получалось. Не получилось? Ну ничего, научишься, ты ж только начала вязать. У меня один раз вязала, она очень маленькая получилась. Я ее распустила. Другой раз вязала, пряжу какую-то неудачную выбрала, она жесткая была. Тоже распустила. Ой, еще пятнистые. А, нет, не пятнистые, да, штучки какие-то. Да, там какие-то вкрапления. Алина пробует снять мастер-класс, просили. Мастер-класс от Алины, но она первый раз будет снимать по игрушкам. Сегодня первый раз такой вижу тоже. Посмотрим, что получится. Лиза. Ну, угу. Лиза у нас есть, но такое я не видела. Вкрапление. Может, Василисе шапочку связать? Зеленый класс, у меня тоже зеленый заканчивается. Ага, красивый цвет, он такой не зеленый. А тут у меня немножко салатовый. Ну, он даже не салатовый. У меня на камере салатовый, а здесь зеленый, у тебя зеленее. Даже не знаю, какой цвет. Красивый цвет. Так, что тут еще? Ну-ка. Ну, какие-то нашивки. Хендмейд нашивки? Глазки? Я как раз хотела такие нашивки. Хендмейд? Откуда вы знаете, да? Хендмейд. Ну, теперь можно на каждую игрушку вязать. Да, на каждую игрушку, да. Ну вот девчонки, кто вяжут, знают. Так мы с тобой еще не все знаем. Глазки. Глазки. Тут один упал. Или тогда... А, нет, тогда надо. Да, его занес, ага. Ой, еще глазки. Еще какие-то штуки. Какие люблю такие штуки. Да, пуговки классненькие. Вот одежки, когда ты вяжешь для игрушки, и на одежку пуговку куда-нибудь, да. Маленькие глазки. Ну вот, Алинка, у тебя уже тоже какая коллекция собирается. Не только у мамы вышивки. У тебя прищепки, но это, наверное, тебе прищепки или нет. Шапки ты заказывала или кто заказывал? Нет. Ну, не подеремся, наверное, поделим. Ну, тоже можно куда-то на игрушки, наверное, цеплять. Да, на игрушки можно. На нее можно схему цеплять куда-нибудь, когда вышивают. А, левота не клеются. Что написано? Пуговица, деревянный снеговик. Классненько. А у тебя нет еженедельника, да, Лин? У меня есть, мне дарили. А у тебя нету. Ну, у меня просто блокнот. Ну вот, теперь еженедельник красивый будет. Веселые совы. Ну, это просто блокнотик. Угу. А ты записываешь, вот, например, сколько петель набирать, вот игрушку какую. Надо прям сфотографировать игрушку, фотографию наклеить. И сколько петель, сколько расход ниток. Не записываешь? Ну как петель, там всю схему надо тогда переписывать. А, зачем, ну просто, да, петли писать? Но не вязала по схемам. Я не знаю, как вязать. Я шарф вяжу, что ли, сколько петель набирать. Да. Мама думает, как шарф. Мама кроме шарфиков и носочков ничего не вязала. Мама не в курсе. Красный. Вот. Угу. Красивый. Я люблю сиреневенькое. Ты же сказала мне. Ладно тебе. Еще синяя. Еще голубая, да. Семеновская пряжа. Угу. Два мотка. Большое спасибо. Теперь будем мамины подарки смотреть. Это Алинкины. О, теперь мои. У меня больше. Пряжа места много занимает. Я говорю,
Алина, у тебя пряжа больше занимает места, чем мамина вышивка. Вышивка компактнее намного. Вау, нитки. Это тебе? Да. Ну, кстати, из них и вязать можно. И куда-нибудь для вышивки. Я для вышивки пока не знаю, куда примастить. Ну, мне коробочки для глазок. Если тебе нужно будет, я дам. Тебе коробочки для глазок. Точно, надо все глазки сложить в одну коробочку. Не, у меня вообще есть коробочка. Ага. Вот. Письмо нельзя читать. Письмо это мы потом прочитаем. Может, там что-то личное, да? Письмо прочитаем. О, смотри, сколько много. Ого-го. Декоративный скотч, или как он называется? Да. Прикольно. Угу, красиво. Это я букеты из конфет когда делала. Там всякие такие украшения. Ой, еще пуговки. Еще мне подарки. О, пуговки. Вот, это вот эти снеговики. Еще говорит, тебе это мне? А тебе куда их на вышивать? На это, что ли? На картины пришивать? Да. Ну, мы шутим с Алиной. Это нам вместе присылали, поэтому. Помнишь, Попандопола? Это мне, это опять мне. Ого, сколько много. Алин, там папа звонит. Ричард Лайт, а мы тут с тобой снимаем. Папа звонит в дверь, а мы не слышим. Набор украшений. А из этих можно магнитики на вышивку сделать. У меня есть магниты. Вот сюда их можно приклеить. Это заготовки. И будут магниты. Куча чая. Чай. Угу. Вау, сколько там наборов. Ого-го. Рыбка, золотые ручки, украшения. Ой, металлизированными ниточками вышивается. Металлизированными ниточками 11 на 13. Такая рыбка. Золотая рыбка. Она желание исполняет, Алинка. Кто вышит, того желание исполнит. О, открытки. Таких вам нет у меня открыток. Я коллекционирую вот такие вот открытки со схемками. Вау, зайка. Чудесную иглу. Люблю чудесную иглу. Че, нет таких? Таких нету. Я же не покупала с детской тематикой. Я детские начала покупать только когда Василиса родилась. Днем рождения. Днем рождения. А это на здоровье. С пожеланиями здоровья. О, папочки. Ну, это тоже нужная вещь. Нужная. Чтобы две всё... тебе, две мне. Чтобы у нас все аккуратненько лежало. Так. Это... кармашек? Типа вот так вешать? Да. Там что-то лежит, что ли? Да, это вешать кармашки. О, крючки. Это тоже нужная вещь. Прикольно, как будто... как называется? Камень? Мраморный. Мраморный, да. Как будто мраморный. Угу. Красивый. Вау, еще наборы. Благополучница. От жар птицы оберег. Так. Белоснежка. Котяточки какие. Красивые. Я Белоснежку еще не вышивала ни разу. О, схема хорошая, крупная. Я даже в слабых очках вот хорошо вижу. Схема отличная вообще. Угу. Букетик, васильки. Намёк на Василису или что? Ну да, васильки для Василисы. Размер 32 на 22. О, еще. Вау, лебеди. Лебеди от чудесной иглы. 30 на 21. Классная. Лебединая пара.
Это мы с папой. Это мы с папой, да? Кто папа? Вот этот грустный или... Нет, это я на переднем плане звезда, а папа вот там. Папа у нас стеснительный, он там у нас. А это я. Наблюдает за тобой. Он всегда там сидит, с краешку сидит, когда я в трансляции, за мной наблюдает. Ой, спасибо большое. Ну надо же, вообще сколько подарков. Я... Спасибо большущее. Вот это у нас, Алинка, с тобой день рождения в этом году. Спасибо большое Лене и всем девчонкам, кто прислал подарки. Это еще не все подарки. У меня еще лежат посылки, которые я в ближайшие дни обязательно вам покажу. И еще обещала из поездки подарки. В общем, будет серия видео о подарках, которые я копила в течение года. Сейчас вышиваю мало, но будет как раз серия видео о подарках. Спасибо большое вам за просмотр. Еще раз девчонкам спасибо за подарки. Спасибо. Всем пока-пока.